Премьер-министры Италии и Греции встретились на полях экономического форума в Давосе. В ходе дискуссии они затронули актуальную сегодня тему миграции. Задача состоит в том, чтобы попытаться постепенно поставить бесконтрольный миграционный поток от вовлеченности в криминальные структуры в рамки закона. Это возможно? Да, это возможно, абсолютно возможно, отметил премьер-министр Италии. Также Пауло Джентилони заявил, что Европа должна сконцентрироваться на вопросе миграции из Африки в Европу в ближайшие 10 или 20 лет. Вы очень хорошо знаете, что мы с Пауло не раз пытались убедить наших европейских коллег, что проблема миграции касается не только стран Средиземноморья, таких как Греция и Италия, но и Европы и даже мира в целом. Поэтому я очень боюсь, что мы никогда не искореним эту проблему. Это европейская проблема, поэтому нам нужно, я абсолютно согласен с вами, общая европейская политика в области миграции. И мы должны соблюдать соглашение, заявил премьер-министр Греции. Также Алексис Ципрас пожалел, что поддержать их дискуссию не могут другие европейские лидеры.